В Самаре на проспекте Карла Маркса 179Б откроется сельскохозяйственная ярмарка. С 20 апреля новая торговая точка будет работать для посетителей каждый день с 9 утра до 9 вечера. Там можно приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи и многое другое. В субботу самарцы смогут не только купить качественные товары по демократичным ценам, но и принять участие в развлекательной программе. С 10 до 16 на площадке гостей будут развлекать ростовые куклы. Особое настроение, праздничную атмосферу придадут исполнители народных песен. В течение дня на ярмарке можно будет попробовать плов, шашлык, сладкую вату, чай, кофе, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». На сайте Федеральной налоговой службы России появился сервис предоставления копий учредительных документов. Теперь их можно получить без посещения налоговых органов бесплатно и за несколько минут, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Пока сервис работает в тестовом режиме. Если документы с помощью него получить невозможно, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица. День семьи, любви и верности будут отмечать в июле, однако к празднику стоит готовиться заранее, пишет телеграм-канал Куйбышевского района. Уже сейчас в администрации начинают формировать списки семей для вручения медали за любовь и верность. С одной стороны медали изображается главный символ праздника – цветок ромашки, а с обратной – лики святых покровителей праздника Петра и Февронии. Как собрать пакет документов, могут рассказать сотрудники социального отдела по телефонам 330 11 16 330. 30-31-81, а также в личном порядке по адресу Зеленая, 14. Заявку нужно подать до 23 апреля.